Минздрав обнародовал проект требований к местам для курения на открытом воздухе и в помещении. Курилки на улице должны быть специально организованы и соответствовать гигиеническим нормативам. Все это на деньги собственника. У них должны появиться пепельницы, знак «Место для курения», искусственное освещение, информационные материалы о вреде табака и вредном воздействии табачного дыма. Что касается курилок в зданиях, то помимо вышеизложенных требований, их следует укомплектовать огнетушителями и специальной дверью, которая не будет давать дыму проникать в остальные помещения. Кстати, в зданиях и на территориях, где запрещено курение, должны появиться универсальные знаки, сообщающие о запрете. Чиновники разрешили руководителям предприятий просто напечатать такие знаки, а не покупать.